Здравствуйте, мои маленькие любители косплея. Вообще поезда сегодня уже задолбали меня. Почему же? Мы хотели поехать на экспресс до Калуги, который стоит 400 рублей. Но приехав на вокзал, мы обнаружили, что билетов нет. Их скупают заранее. Тебя это сильно расстроило? Да. Мы просидели 2 часа на вокзале, ожидая обычную электричку. Вот. Но потом мы ехали 3 часа в набитой битком электричке. Ну да, теперь электричка пустая. Ну, потому что мы едем обратно. Пытаемся ехать. Еще Фалкону не продали билет на автобус, потому что у него не было паспорта. У нас теперь нельзя без паспорта просто взять и поехать на автобус из одного в город в другой. Хотя на электричке можно. Они просто меня расстроить хотели. Ну прям, видите, депрессию. Что тебе понравилось? Что мне понравилось? Косплееров много, обычных людей практически нет. На первый блок мы не попали из-за того, что опоздали. Точнее, не опоздали, из-за того, что не мы смогли на экспрессе уехать в Симонинск. То есть мы приехали в Калугу в 12:40, и через час мы пришли на фестиваль, который уже с 12 часов шел. Соответственно, первый блок мы не отсняли. Ну, только половинку, там кусочек маленький. Ну, мы конец только начали снимать. Чем-то похож фестиваль на Адане, местами. Что ты хочешь сказать по поводу звука? Звук плохой был. Почему-то один микрофон работал плохо, один работал хорошо. Иногда вообще не работал микрофон. Караоке пела девочка. Не караоке, а рок-группа. Вообще просто переспела песню, и ничего, ни одного слова не было слышно. Потом она перепела его. Но уже нормально было уже. Свет не понравился почему-то. Местами у меня вообще все в черную ходило под экспозицией. Световых пушек не было, просто не направлялись. Вообще их, по-моему, не было. В зале жарко было. Ну, какие-то коробки стояли. Динамик, по-моему, направлен на сцену. Вармишели снимать. Еще какой-то пульт черный такой выдвинул на сцену, тоже мешал снимать. Еще нам понравилось на фестивале, что на входе нас каждый раз не досматривали. Просто поставили печать и все. Ходите, проходите. Ну, проносите еду, воду можно было. В зале, по-моему, пить можно было. Учитывая то, что там довольно жарко было. Вот. Про фестиваль. В принципе, нормально. А теперь про следующий мероприятие. Скорее всего, мы увидимся на Луче в следующий раз. Это мероприятие мы точно не пропустим. Рабочий процесс. Все, ребята, до свидания, до новых встреч. Встретимся на очереди. Снято.